Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж сто. Этот веселый мужчина с гитарой предпочитает своим счастьем делиться. 10 лет назад, после выхода на пенсию, Игорь Николаевич решил найти дело для души. Мысль о создании музея ему навеяла вот эта шкатулка с балериной. В ней он и разглядел то самое счастье, смыслом которого решил наделить каждую свою безделушку. Сейчас я вас играю, эту песню. Как будет называться, как хорошо, что мы сегодня собрались. Кстати, музей Игорь сделал прямо в своей квартире. Чтобы привезти сюда все свои экспонаты, ему пришлось заказывать 5 газелей. Прийти в это необычное место может любой желающий, причем абсолютно бесплатно. Игорь считает, что счастье далеко не в деньгах. Если хочешь быть богатым, купи себе кошелек, положь туда деньги и не открывай. Соблюдать тишину здесь тоже не принято. Наоборот, своих гостей задорный пенсионер любит развлекать песнями, шутками и добрыми историями. Чтобы дети были как с хорошими, надо, чтобы они были добрыми. А чтобы они были добрыми, вот и такой музей, где рассказывают только о добре. Как быть добрым человеком, как делать добрые дела, чтобы была цель, к чему-то стремиться. И тогда человек, когда целится и добивается, он становится счастливым. Я вам даю счастье, берите его, он теперь ваше. Берите его, делайте с ним что хотите. Кроме волшебных игрушек, здесь есть и вещи военной тематики. Пенсионер считает, что война усиливает вкус счастья. А среди многообразия магических шкатулок, ларцов и других чудных вещиц, каждый может найти свой ответ на давно интересующий вопрос. В музее счастья предлагают открыть двери и узнать, что же такое счастье. Оказывается, все просто. Счастье – это ты сам. Со своей семьей Игорь Николаевич живет в своем доме. Но даже тут умудрился из сарая сделать историю. К его увлечению люди относятся по-разному, но равнодушных нет. Ой, тебе делать нечего, ты вот занимаешься всякой ерундой, этого сюда. А когда потом с ним уже пообщались, рассказал, он примерно вопросы задавал ему, он мне. Он потом в конце говорит, общались, наверное, знаю, 2 часа, наверное. Он, да, что-то в этом есть, ты молодец. Редко кто что-то говорит, наоборот, они больше в восторге. Вытащи свое счастье. То есть да. Я сама выберу? Да, что-то. Да, сама выберешь. Они там разные всякие. Угу. Вот, видите, птица счастья, вот птица такая. Счастья. Кстати, кроме музея, вся его семья активно участвует в добрых делах, выступая в качестве волонтеров. Выступаем в больницах, в детских домах. Бывает даже под Новый год Деда Мороза наступаем, к семьям ездим, к инвалидам, малоимущим, все, кто хотят повидать счастье. На своей улице Игорь звезда. Здесь его знают все. Дети называют волшебником, а взрослые музыкантом. Ведь ни один его счастливый день не обходится без звонкой песни. Ладушки, ладушки, уеду в деревню к бабушке. Только для вас. Музей, а есть счастье. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.